Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня к нам в гости пришел Гена Барбоскин. Он предлагает вам поиграть с геометрическими фигурами. Нет углов у меня, и похож на блюдце я. Ты, дружочек, не зевай. Что за фигура? Называй. Конечно же, это круг. Посмотрите, что за фигура перед нами? С тремя углами, с тремя сторонами. Верно, треугольник. Что за фигура? Назови. Четыре угла и четыре стороны. Отлично, квадрат. Запоминаем, ребята. Круг, квадрат, треугольник. Давайте все вместе повторим. Круг, квадрат, треугольник. Молодцы! Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Нам нужно соотнести геометрическую фигуру с ее тенью. Где тень круга? Верно, молодцы! Найдите тень треугольника. Умнички, правильно! И осталась тень квадрата, верно? Посмотрите внимательно и найдите все треугольники. Отлично! Молодцы! Найдите все квадраты. Умнички, правильно. А теперь найдите все круги. Верно, это они. Какие фигуры мы с вами сегодня повторили? Круг, квадрат, треугольник. Молодцы! Ребята, Гена остался очень доволен. Молодцы, умнички! Очень хорошо сегодня позанимались. Но пора прощаться. До свидания. До скорых встреч.